Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 168 на странице 67 рабочей тетради по русскому языку для третьего класса автора Канакиной. Прочитайте, поработайте в парах, подберите, запишите слова, которые имеют такие суффиксы. Суффикс «онок» – «ежонок», «зайчонок», «галчонок», «оньк» – «махонький», «мягонький», «легонький», «еньк» – «маленький», «слабенький», «синенький», «ик», «до», «миг», «сто», «лик», «лу», «чик», «ок», «островок», «белок», «моток», «ек» – «овражек», «горошек», «замочек». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.